Здравствуйте, вы на канале Мегасила, с вами Владимир. Сегодня у нас обзор на такой протеин 80% протеин-концентрат от компании Сапута. Это вот такая вот упаковочка, 900 грамм. Здесь написано, что расфасован для компании Ironman в Харькове, производитель Сапута Канада. Американское качество, 80% белка, 3 жиров и 6 углеводов. Здесь ни штрих-кодов, ни завода-производителя. Ничего. Если берем, например, V-Shake, тут расписано все, там, например, распасовка, и здесь пошла. Одна мерная ложка, столько-то протеина, потом написан состав, набор аминокислот, штрих-код, производитель, бренд, телефоны, контакты. Это, конечно, я уже не говорю про Optimum Nutrition. Здесь, как видите, пустота. По составу, конечно, он чуть-чуть похож на Gold Standard, здесь тоже 80%, но смотрите. На 30 грамм мерной ложки у нас 24 грамма протеина. Значит, здесь тоже 24 грамма протеина. Сахара тут один, тут не написано сахара. У углеводов 3, углеводов здесь 6, чуть больше. Жиров тут один, а тут жиров 3. Ну, тут жиров и углеводов больше, но это есть Gold Standard. Здесь точно расфасован протеин-концентрат, произведено на заводе. Здесь идет протеин, идет в степень микрофильтрации. Есть голограмма, есть защита, есть официальный поставщик. Есть на товар инвойс, когда зашел этот товар, какого числа. В Сапута, к сожалению, у нас ничего нет, кроме упаковочки. Ну, здесь приятная цена. Из недорогих протеинов, я считаю, что на рынке это V-Shake. У него где-то выходит 450 гривен килограмм. Здесь выходит 380-900 грамм. Здесь отличие этого протеина, здесь у нас идет 20% пшеничного гидролизата. Где написано whey protein концентрат и пшеничный гидролизат белка. Здесь 71% за 32 грамма, 23 грамма протеина, значит 71% белка. То есть белка меньше, товар дешевле. Здесь 80%, это очень дорогой типа состав, но по приятной цене. Я всем советую покупать только проверенное качество. К сожалению, украинский производитель не может похвастаться крупными заводами. Если у вас появились вопросы, пишите под видео. Спасибо, вы были на канале Мегасила. С вами был Владимир. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До свидания.